Какую оценку от метров кинематографу получат современные белорусские авторы? На суд международного жюри сегодня представят первые работы национального конкурса «Листопада». Игровые, документальные и анимационные фильмы. Всего отобрано 20 картин. А ведь заявок было в 4 раза больше. Судейский состав возглавляет легендарный польский режиссер Кшиштоф Зануси. А что скажет рядовой зритель на экране кинотеатра «Беларусь»? Премьеры нашумевших фильмов «Озеро радости» и «1986». Представят картины съемочные группы. Всего таких специальных показов, где можно задать вопросы авторам, сегодня 12. Один из них — немецкая лента «Что было бы?». Фильм участвует в конкурсе «Молодость на марше».